Выпускники разных лет, учителя, родители и гости 6-й Чебоксарской школы собрались вместе в ДК имени Ухсая. Повод торжественный – школа отмечает 80-летие. Кроме круглой даты, есть еще один повод для праздника. 6-я Чебоксарская школа в этом году получила имя Василия Ивановича Чапаева. За 80 лет школа подготовила 1000 учеников. Есть кем гордиться. Александр Рыбаков ушел на фронт из 10 класса. Прошел всю Великую Отечественную. В мирное время ветеран помогал создавать в школе музей, чтобы помнили. Ушли на фронт и ученики, и преподаватели, но не вернулись обратно. Вот сейчас, значит, музей работает для того, чтобы молодежь памятные были, чтобы знали. Михаил Егоров – пограничник. Закончил школу в 1971 году. Учителя были очень высокой квалификации. Вот, и дружный, и класс наш был очень дружным. Я все 10 лет учился в родной 6-й школе, а затем поступил в пограничное училище Алматинское. То есть школа мне дала для жизнедеятельности очень много. Молодое поколение тоже радует учителей своими результатами. Я занимаюсь еще гимнастикой, поэтому, конечно, любила уроки физкультуры. После выпуска из школы мне удалось попасть на универсиаду, всемирную летнюю универсиаду, которая проходила в Корее в 2015 году. Считаю, что определенная заслуга школы в этом тоже есть. На универсиаде я заняла 2 золота в командном первенстве в вольных упражнениях и серебро в упражнениях на бревне. Я поздравляю свою школу с юбилеем. Желаю ей, чтобы она процветала, становилась еще лучше, чтобы из нее вышли очень хорошие ученики, чтобы у школы было очень много успехов и побед.